В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76 при так называемом метеоминимуме. В учениях по боевой подготовке принимали участие экипажи из Твери и других городов. В общей сложности было задействовано около 10 самолетов. Экипажи выполняли полетные задания в условиях нижней границы облаков – около 100 метров, при видимости порядка 2 километров. В таких условиях летчики вынуждены заходить на посадку по приборам, не наблюдая земных ориентиров. Также учения были направлены на подготовку молодых летчиков выполнять боевые задачи при метеоминимуме и на повышение квалификационных разрядов молодого летного состава. Выполнение таких полетов, отмечают в Министерстве обороны, необходимо для повышения уровней натренированности экипажей выполнять задачи в любых погодных условиях на любых аэродромах.